Новый год, новые цены. С 2018-го Киевводоканал планирует поднять тарифы на холодную воду и водоотвод. Все вместе подорожает почти на гривню. Куб холодной воды будет стоить чуть больше 9 гривен и почти 9 водоотвод. Такое повышение коммунальщики объясняют необходимостью ремонта городских сетей. Дескать, сейчас в Киеве уже изношено более 4000 километров труб.